Ты на канале Magic Family, я Аня, и со мной мои собачки, и не только мои собачки, но еще очень много других питомцев, а сейчас еще больше разных животных, потому что это рубрика «Каникулы у бабушки», и сегодня по вашим просьбам, вы уже очень давно меня просите, я расскажу вам про породу вельш-корги-кардиган, это вот эти вот большими ушами собаки с короткими лапами, с длинным телом. Это не вельш, корги-кардиган, это ланкаширский хиллер, одна из редчайших пород в России. Его зовут Илай. Илай, не про тебя видео, а про вот этих вот классных собак вельш-корги-кардиганов. Их, кстати, не путайте с вельш-корги-пимброками, это другие собаки, это другая порода. Вы дадите мне снять начало или нет? Я сколько буду дублей снимать? Короче, ребят, если вы впервые на нашем канале, скорее подписывайтесь, а мы начинаем. Мы будем гулять все вместе, и я буду рассказывать не только о породе, но и познакомлю вас со всеми нашими кардиганами. Вот такая вот красивая собака, которую вы, наверное, помните еще щенком. Маха очень красивый вельш-корги-кардиган мраморного окраса с голубым глазом. Она действительно не расстается со своими игрушками, очень любит свои игрушки и не хочет их никому отдавать, поэтому постоянно везде ходит с ними. У нее есть прозвище «Серый волк зубами щелк» в семье. Назвали птицей, потому что у нее на спине вот такая вот красивая была галочка в детстве, сейчас она расширилась, и это было похоже, если смотреть вот так вот, на какую-то птицу с крыльями, и поэтому птицу назвали птицей. У птицы тот еще характер, она очень хитрая собака, и если она делает вид, что ничем не занята или еще что-нибудь, она всегда за всеми вокруг следит. Птица одна из тех собак, кто очень любит покушать, и если где-то пахнет едой, то птица обязательно там будет первее всех. Один из моих самых любимых кардиганов в семье – это Боб. Мы еще его зовем Бабасик. Оба очень красивый окрас, он вообще очень классный, и у него прекрасный характер, он добродушный и любит общаться со всеми. Иногда они с Клементием устраивают мужские разборки. Это тигровый вельш-корги-кардиган Хана, или еще Хана Ботана, потому что она очень любит всяких насекомых, особенно бабочек. И если лето, она постоянно гоняется за бабочками и пытается их поймать. Так, наверное, никто из всех не делает. А это Циля, я думаю, вы ее тоже все помните. Цилю легко узнать по окрасу, она рыже-белая. Циля очень любит гулять в толпе, она не прочь всех подразнить, она очень игривая. А еще Циля любит всех взбаламутить на какие-нибудь приключения. Именно благодаря ей происходят разные всякие смешные ситуации. Все вместе собаки обычно очень дружные, никто не ругается и не дерется, только если кто-нибудь решит выяснить отношения. Это Клим, еще один наш мальчик, настоящий мужик. И вот как раз с Бабасиком-то они периодически выясняют, кто здесь главный мужчина в доме. Смотря ни на что, ни на какие разборки с Бабасиком, Клементий очень послушный и классный пес. Как эти ребята проводят свои дни? С утра они выходят гулять и гуляют практически весь день на природе, что очень способствует их здоровью. В течение дня они все вместе играют, бегают, едят траву, общаются, бесятся, носятся, а вечером у них у всех ужин. Именно поэтому они все очень дружные и не ругаются, и не дерутся. Несколько фактов. Эта порода из Великобритании, одни из первых пастушьих собак. Вельш-корги стали распространены еще в 10 веке. Существует красивая легенда о том, что корги были лошадками эльфов, или феи ездили верхом на них во время сражений с врагами. А также есть легенда о маленьком мальчике, который собирает хворост, заблудился в лесу. Пытаясь найти правильную дорогу, он обнаружил на стволе поваленного дерева двух щенков, похожих на лисят. Они и вывели его к селению. Вы можете себе представить, что вельш-корги относятся к семейству овчарок и считаются самыми маленькими овчарками в мире. Существует два основных вида вельш-корги – пимброк и кардиган, которые довольно серьезно различаются между собой, и у нас именно вельш-корги-кардиганы. Это очень жизнелюбивые, живые, доброжелательные собаки, прекрасные компаньоны. Они любящие и преданные, при этом они любят и уважают всех членов семьи. Корги хорошо относятся ко всем людям, другим животным и легко уживаются с кошками, и очень трепетно относятся к маленьким детям, следят за ними и оберегают. Считается, что корги даже обладают чувством юмора, что отмечено в стандарте породы. Большинство собак не склонны лаять просто так. Это очень компактные, легко обучаемые и добрые собаки. Судя по моему опыту нескольких лет общения с вельш-корги-кардиганами, я поняла, что это очень классно.
классная порода. Конечно же, многое зависит от воспитания, но эти ребята реально сами по себе очень дружелюбные и веселые. С одной стороны, это супер-мега активные собаки, которые готовы носиться и бегать весь день. Они готовы ходить с вами везде, куда бы вы ни пошли, в лес и на природу, и на речку, и даже не будут уставать. Потому что это пастушья собака, которая привыкла много бегать. И всем при этом эти собаки прекрасно уживаются в домашних условиях. Они небольшого размера и поэтому подходят прекрасно для квартиры. И при этом, несмотря на то, что они очень активные, как я сказала, они могут целый день ждать вас дома, лежа на диване. Единственное, они могут сильно поправиться, если с ними не гулять. Но они от этого не страдают. Как, например, те же хаски, которые просто начинают разносить квартиру, если им не давать достаточно тратить энергию. Очень многие люди в городе заводят именно кардиганов, потому что они небольшие, и при этом они могут с вами хоть весь день валяться на диване или бегать и гулять в парке и ездить в различные путешествия. В отличие, например, от маленьких чихуашек, которые в итоге придется брать на ручки. Это очень реально классная порода, еще к тому же они легко обучаемые, то есть это реально умные собаки. Не зря кардиган — это самая маленькая овчарка в мире. Они реально очень умные и сообразительные и всегда чувствуют настроение. И кардиганы еще к тому же очень легко обучаемые собаки. Если у вас когда-нибудь был кардиган, то вы обязательно захотите второго. И кардиганов, как вы видите, не бывает много. Как для меня, не бывает много чихуашек. Вот такая вот классная порода вельш-корги-кардиганы. Если бы меня, как человека, который разбирается в животных, особенно в собаках, в породах, в характерах, в поведении, в дрессировке, спросили, какую собаку завести для дома, для квартиры, для ребенка, и при этом не хотели бы какую-то маленькую породу типа чихуахуа, йорков, шпицов и так далее, я бы, конечно же, посоветовала вельш-корги-кардигана как одну из таких реально классных пород для семьи, для детей, для общения, для путешествий и при этом небольшого размера, послушную, очень легко поддающуюся дрессировке и воспитанию. И самое крутое, что кардиганы – это реально очень добрые собаки. Вы наверняка помните все нашу Аву, самую главную, мудрую и старшую собаку. Авочка была уже очень старенькая, и, к сожалению, ввиду своего возраста она нас покинула, ребят. Но Авуся прожила прекрасную, счастливую собачью жизнь, и сейчас нам нужно просто ее отпустить.